Всем привет, друзья! С вами Светлана. И, как вы помните, я размещаю людей вот в гостевом доме Мур-ля-Мур. Он находится по адресу Горького 2Б. Это поселок Витязева, всего в 15 минутах от моря. И сейчас у нас здесь колоссальные изменения. Здесь у нас раньше было кафе Тайхаку. Как вы видите, даже еще немножко постеры остались, но вывеску уже сняли. То есть ребята уже здесь не работают. А что будет здесь, на этом месте, я вам сейчас расскажу и покажу. Ну, во-первых, начнем с того, что вход останется, то есть он будет для всех желающих. Здесь будет работать так называемая выпечка, пирожковая, чебуречная. То есть тут какие-то такие блюда приготовленные, выпеченные. Можно будет на вынос с собой сразу взять и забрать, можно будет посидеть. Вот здесь вот на этой зоне будет пару столиков, да, со стульями располагаться. Туалет, естественно, тоже для, ну, людей, кто приходит сюда. Дальше здесь будет у нас зона как раз-таки, вот она даже здесь видно по стенке, зона выдачи, касса, соответственно, витрина будет, стеллаж вот где-то здесь встроен. Здесь будет откидной проход на территорию, да, допустим, кухни. Здесь вот у нас будет зона, которая будет изготавливать пончики. Здесь будут пончики, чебуреки, пирожки, какой-то хлеб будет интересный, в общем, домашний. Здесь вот тоже оборудование будет расположено. На данном этапе мы с вами наблюдаем такую картину. В общем, здесь сейчас подключают воду, то есть делают водоснабжение и водоотведение, канализацию в том числе. То есть, видите, уже прокладка труб идет. Это свежее, то есть ребята вот сейчас работают, немножко их пока выгнала на время видеосъемки. То есть вот здесь вот идет укладка труб. И вывод канализации, соответственно, водоснабжение. Следующее. Здесь будет, кстати, располагаться санузел для персонала, то есть для тех, кто будет непосредственно готовить и трудиться на этой кухне для вас. После того, как закончится укладка труб и подвод водоснабжения, водоотведения, затем ребята будут приступать к электрике. Будет качественная проводка, то есть все с нуля будет. Здесь полностью свежая новая проводка. Затем после проводки интернет будет проводить также здесь, чтобы по всей территории Wi-Fi раздавался. Соответственно, будет здесь все приводить в косметический такой порядок. И ориентировочно, в принципе, когда уже полностью все будет оборудование, это где-то февраль-март месяц 2020 года. То есть, в принципе, ребята работают вовремя, все по плану, все продумано. Поэтому, я думаю, летом будет тоже интересно, и людям, в том числе, которые приезжают в другие гостевые дома, есть возможность купить интересные вкусненькие пирожки, там чебуреки, пончики. Самое главное, это все можно и на вынос, и также можно здесь посидеть, перекусить. Будет, кстати, кофемашина, которая будет реально вкусный кофе готовить, это я тоже уточняла в этот момент. То есть будет качественный вкусный кофе, не растворимый, не три в одном, а именно полноценный нормальный кофе зерновой в кофемашине. Ну и, соответственно, продолжаю вас приглашать в гостевой дом Мур-ля-Мур. Там сейчас небольшие перестановки идут на втором этаже VIP-корпуса. Я думаю, что в этом году мы сможем принять еще больше гостей. Самое главное, я думаю, бронирование начнется уже ближе к маю месяцу, пока вот не бронируем, потому что надо уже четко знать цены, чтобы потом не было вот этих вот передвижений. Ну а с вами была Светлана. Продолжайте следить за новостями. Мур-ля-Мур ждет вас. Номер телефона в описании. Звоните. Также продолжаю работать администратором, пиар, директором гостевого дома Мур-ля-Мур. В общем, всем буду рада. И пишите комментарии. Может быть, кто-то отдыхал, напишите заодно, как вам здесь. Ну и напишите в комментариях, нравится такая идея сделать здесь зону пирожковую, ну и, соответственно, чебуречную. Вроде как должно быть даже блюдо татарской кухни. Это тоже будет интересный момент. Ну все, друзья, всем пока-пока. Рада буду видеть вас в комментариях. Не забудьте ставить лайки и подписываться на канал. Пока-пока.